Совсем скоро на ОККО состоится премьера сериала «Буровая». Эта картина расскажет историю женщин, чей сын погибает во время похода в горы, однако после похорон она получает на почту загадочное видео, в котором видит сына живым. Все указывает на то, что его удерживают где-то на Сахалине, в районе буровой станции «Северная-2». Мать отправляется на Сахалин на поиски сына, следом за ней туда вылетает ее бывший муж. Родителям предстоят долгие поиски своего сына в умирающем заснеженном поселке в суровом крае, где не привечают чужаков. Главные роли в картине исполнили Александр Яценко, Дарья Савельева, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Глеб Ускипалис, Михаил Явланов и другие. Премьера сериала «Буровая» состоится в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.